гостей открытие нового экологического парка «Первая миля» встречают творческие коллективы и артисты на ходулях. Теперь здесь легко перемещаться даже таким неудобным способом. А ведь недавно нельзя было просто пройти, мешали заросли камыша, не было даже тропинки. Но все очистили, обустроили проезды, тротуары, пешеходные зоны и велодорожки, установили освещение, ограждение, лавочки, сделали смотровые площадки. Одну из них опробовали выставкой картин. Нина Давыденко с внуками раньше гуляла в соседнем парке «Октября», а сегодня пришли сюда осмотреться. Получаю громадное удовольствие. Громадное удовольствие. Все сделано молодцы. Хорошо. Зелени много. Надеюсь, что будем здесь отдыхать. Чаще всего с внуками по выходным дням, пожалуйста. Муж велосипед берет, внук ездит. Ну, а мы так отдыхаем. В парке «Октября» часто эти, ну, разные бывают концерты. Ну, на праздники ходим. Надеюсь, здесь то же самое получим, тоже удовольствие. Теперь можно кататься на велосипеде по первой миле от парка «Октября» до зоопарка. Новая дистанция в 1,5 километра заинтересовала и семью Воронковых, как и разнообразие растений с кленами и яблонями. Теперь мы будем очень частые гости, да. Да, будем сюда, конечно, ходить теперь, как по возможности, можно сказать, так каждый день вечером прогуливаться. Как заметили, сыну понравилось. Да, сыну очень понравилось, да, растения, вот это все, есть, конечно. Есть куда далеко бежать. Мы бегать любим, поэтому как раз вперед. Мой любимый город, он мне бесконечно дорог. Цветущий дану. Праздничное настроение создает разместившийся на небольшой сцене амфитеатра джаз-оркестр Кима Назаретова. Первая миля не будет единственной. Вторая сейчас прокладывается в районе парка «Дружба». А вообще в планах городской администрации до 2024 года благоустроить 5 километров пешеходной зоны. В городе Ростове-на-Дону так получилось, что у нас нету таких территорий, где можно просто выйти с семьей, погулять, подышать воздухом, погулять рядом с водой, и чтобы это было экологически чисто и без нашего городского шума. У нас все получилось, и вы видите, насколько много людей сегодня здесь присутствует, и я думаю, это такая будет очень доминантная часть города, куда будут приходить люди с детьми и отдыхать, и проводить время. Это только первый этап строительства экологического парка. В планах благоустройства 30 километров территории. И когда все мили соединят, гражданам предложат придумать название экопарку. Анна Туполева, Екатерина Лободина, Андрей Токарев, Первый Ростовский.